Ретромания с Андреем Разиным. После распада группы «Интеграл» Марина начала сольную карьеру. Уже первое выступление на конкурсе «Ялта-91» с песней «Рай в шалаше», именно ей написал музыку и слова Чижов, принесла Марине Хлебниковой звание лауреата. В 91 году она сыграла главную женскую роль в кинофильме «Солнце, воздух и Нана». Это была, кстати, очень интересная картина. Я думаю, что... Много у нее, конечно. Популярность пришла к Марине именно как сольной певице уже в 95 году, когда Марина снимает два клипа на песни «Останься» и «Карусель». Именно Гинзбург на песню «Желтый песок» в 96 году сделал образ Марины, который действительно запомнился уже всем нашим телезрителям, и она действительно уже стала певицей, которая стала собирать самостоятельно большие аншлаги, большие залы. Я помню это время, потому что Марина действительно сказала: «Андрей, я столько долго лет шла, чтобы получить эту публику, получить своего зрителя, и мне очень приятно, что действительно она востребована, что она как исполнитель котируется и по сегодняшний день очень высоко». Я никогда не забуду тот случай, когда Марина действительно чуть не осталась инвалидом, как она мне рассказывала, что у нас... Ретромания с Андреем Разиным. Но каково было удивление всего зала, что именно когда Марина упала в этот туман, вдруг музыка, музыканты, естественно, играют, а голоса нет. И вот удивление было для зала, что действительно Марина, оказывается, вживую пела. Но пока она оттуда, с этой ямы вылезла, остановились музыканты, перестали играть. И когда Марина оттуда вышла, почти с полупереломом, потому что у нее была страшнейшая растяжка ноги, она все-таки допела концерт. Я хочу сказать, что это действительно очень мужественный человек. Она сказала, что вот именно оставалось 40 минут до конца концерта, она облокотилась на перекладину стойки микрофона и допела этот концерт. Я бы сказал, что это железная наша певица, металлизированная, потому что она практически не ломается. Даже упав с высоты 2 метра, она вышла из ямы, все-таки 40 минут допела этот концерт. Это очень редкий такой случай. Мне также очень приятно сказать о том, что именно на открытии «Ретро-ФМ», именно в Краснодаре, Марина Хлебникова приехала открывать наше радио на волне 101.2. Мне очень приятно, что именно Марина Хлебникова, показав свои лучшие шлягеры, получила такое огромное одобрение зрителя. Мне очень приятно, что Марина сегодня в строю, что она...